О том, что в Уфе появится памятник Муртазе Рахимову, стало известно практически сразу после его похорон. В августе было выбрано место – парк имени Ленина. Тогда же появилась информация о масштабах монумента и материале – 4 метра бронзы. К небольшой площади перед памятником подходили министры, депутаты, общественные деятели и представители духовенства. Вскоре прибыл и Ради Хабиров. Он трудился руководителем администрации Рахимова 5 лет. Ради Хабиров отметил, что всю жизнь Муртаза Рахимов посвятил служению Башкирии и ее народу. Он вспомнил, как проходила съемка фотографии, на основе которой создавали памятник. Я пригласил фотографа, я говорю, час времени нужен. Он говорит, у тебя 5 минут. Мы попросили, вот пиджак вот накиньте вот сюда. Она очень хорошо отражает действительно человека, который всю жизнь посвятил труду. Позади самой скульптуры монументальный пилон. На нем изображено все то, что было связано с Муртазой Рахимовым. Это и сельское хозяйство, башкирская нефтянка, родная деревня, цветки Курая и виды Уфы.